В марте этого года правоохранительными органами Сергиево-Посадского района была выявлена незаконная деятельность по проведению азартных игр в подвальном помещении в здании, где находится магазин «От Зои» на улице Первая Рыбная. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Установлено, что жительница Сергиево-Посада 1984 года рождения осуществляла незаконную деятельность по проведению азартных игр с применением игрового оборудования, подключенного к сети интернет. Во время судебного заседания подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. По приговору суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 171 примечание 1 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей назначено наказание с учетом ее роли в совершении преступления, данных о ее личности, имеющей на иждивении 2 малолетних детей. Судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей в доход государства. Незаконная деятельность по организации проведения азартных игр прекращена.